Лейла, невероятно красивый дом, очень много пространства, ну просто невероятно, и даже не верится, что этот дом был построен 15 лет назад. Как такое возможно? Сейчас же до сих пор этот стиль актуален, этот дизайн, можно сказать, вот очень современен. Ну, спасибо большое за комплимент этому дому. Просто современный дом. Это дом даже не 21 века. Это один из домов, который основывается на принципах современной архитектуры, когда-то выведены давно-давно большими, великими архитекторами. И такие дома вообще должны быть повсеместно, особенно у нас, в Алма-Ате. При проектировании этого дома, естественно, в первую очередь мы еще опирались на финансовые возможности, потому что это немаловажно. Нужно уметь как бы сосредоточить свои желания со своими возможностями, и чтобы потом это не оказался каким-нибудь долгостроем. На самом деле мечта была просто иметь дом, а поскольку, получив специальное образование, я архитектор, то, естественно, даже речи не могло быть о том, чтобы обратиться к кому-то, чтобы тебе спроектировали его. Имея дом на земле, мне хотелось бы его приземлить. То есть так, чтобы была возможность выйти из дома прям сразу в сад. Лейла, дом многоуровневый. Как ты добилась такого количества света? Хотелось иметь дом, обращенный на все четыре стороны света. То есть, если посмотреть, то вы увидите большой витраж с восточной стороны, два световых экрана запада, что напротив, есть световые такие прорези с юга на север, таких направлений, и есть еще вертикальное световое освещение, которое, через которое проглядывается небо. Лейла, украшение дома – камин. Он дает тепло или есть еще другое предназначение? Для тепла, если как бы по прямому назначению, то в принципе, конечно, мы не используем камин для того, чтобы для обогрева. Скорее всего, это предмет интерьера. И появился он здесь не потому, что он был здесь запроектирован изначально. Это подарок друзей, очень хороших друзей, которые увидели, что в нашем доме вот он должен быть. И мы нашли ему это место. Место, которое вот как раз вот центруется по оси, стоит со столом в столовой, с этими коричневыми замечательными светильниками. И, в общем-то, он здесь прижился, чувствует себя хорошо. Ну, когда гости, Новый год, какие-то праздники, естественно, мы его тоже зажигаем. Ну, я хотела бы, конечно, выделить из этой обеденной зоны вот этот замечательный буфет. А чем он замечательный? Тем, что, во-первых, он сделан из такого красивого дерева, он очень простой. Этот, в принципе, такой буфет можно было найти в любом крестьянском доме где-нибудь во Франции. И такое ощущение, что вот он, как его сколачивали, вот эти деревянные ящики для картошки или еще что-нибудь, и заодно делали вот эти вот замечательные вещи. Очень красивые. Он такой живой, натуральный и тоже прижился в этом доме. И к этому замечательному буфету не менее замечательный его партнер, стол тиковый. С хорошими такими вот, с хорошей столешницей, с хорошими металлическими такими ножками. Ну, отдельная история про стулья.
Венеции, когда я увидела вот эти вот замечательные дизайнерские стулья. Если вы посмотрите, они вообще сделаны как бы из фанеры с деревянными вот такими ножками красивыми, Z-образными. И если обратите внимание, здесь вот видно, здесь вот такое углубление на сидушке. Ну и завершает всю эту композицию вот эти два колокола. Если бы это был стол длинный, было бы три колокола, но поскольку он у нас вот такой неказистый, мы обошлись двумя. И, в принципе, как вот оно вот с первых дней вот встало, так и стоит, и я чрезвычайно довольна этой столовой композицией.